Thank you so much. Я не знаю, верить или нет тем новостям, ужасным новостям, которые мы получаем только из государственных источников в России. Потому что долгие годы, и вы все это знаете, мы не можем верить Путину и путинскому правительству. Они всегда лгут. Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, Путина, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем ответственность. И этот день наступит очень скоро. My prayers are with his family, including his wife, Yulia, who is with us today. And if confirmed, this would be a further sign of Putin's brutality. Whatever story they tell, let us be clear, Russia is responsible. Олексій Навальний, очевидно, він убитий Путіним, як і тисячі інших закатованих, замучених через одну цю істоту. Путіну все одно, хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції. І саме тому він не має зберегти нічого. Путін все повинен програти, все повинен втратити і відповідати за скоєне. His death in a Russian prison and the fixation and fear of one man only underscores the weakness and rot at the heart of the system that Putin has built. I am deeply saddened and concerned about the reports coming from Russia that Alexei Navalny is dead. All the facts has to be established, and Russia has serious questions to answer.